Партнер проекта – Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие». Развивайте свой бизнес вместе с нами. Купаться в проруби мы делаем уже, это какой, пятый год получается. Наши предки так делали. Мы стараемся соблюдать традиции. С древних времен пошло, как крещение считается очищение души. И для этого человек опускается в воду, очищая душу, грехи смывая себя. И вступая в Новый год с новыми силами, с новой верой. Ну, по-другому себя чувствуешь после того, как окунаешься прям. Легче становится на душе. Я планирую выходные улететь в Сочи. И все, и остаться там с семьей. Потому что поездки очень редкие, и важно проводить время с семьей. И не знаю, как-то отдохнуть с ними. А Сочи не люблю зиму, люблю благоприятный климат. Поедем, не в деревню, в село купаться. Это интересно, потому что, мне всегда удивляли моржи, например. Люди, которые вот зимой купаются. И мне интересно испытать свой организм. Получится ли выдержать такую температуру? Все равно организм закаляется от резкого перепада температуры. И, это полезно для организма. К тому же сейчас будет период, когда будет не хватать витаминов, всего подобного. Силы организма как раз не будет хватать. И это дополнительные силы, да? Это дополнительная сила. Буду отмечать за работой, так как в наше время сейчас очень нужны деньги. Повышение цен, появление дополнительных расходов у производящих фирм, которые сказываются на нашем кошельке, это все приводит к тому, что нужно больше денег. Я житель города Губахи. На сегодняшний день у нас администрация совместно с настоятелем нашего храма готовит праздничные мероприятия. Сегодня идет подготовка купели, где будут проходить вот эти все мероприятия, связанные с крещением. Я являюсь сотрудником той организации, которая как раз и занимается подготовкой самого мероприятия. А само крещение что будете делать? Само крещение буду присутствовать, для того, чтобы все прошло благополучно. В проруби хочу нырнуть. В этом году обязательно первый раз в жизни. Испытать что-то новое для себя, наверное, открыть неизведанное, скажем так, да. Я в этом году впервые на лыжах покатался, на горных понравилось, и все праздники провел на горнолыжной базе. Вот. Может, здесь тоже понравится, и уже в будущем буду нырять, моржом, может, стану. То есть вы любитель экстрима? Ну да, чувствуешь иногда именно усталость от города, от обыденных будней. Хочется чего-то нового. Атеист, отмечать его буду, как и все другие атеисты, просто как обыденный день. Поздравляю друзей и знакомых. Даже порой хожу в храм и радуюсь за людей. И самому приятно, что люди верят в Бога. И у них чистые помыслы. Религия в чистом виде, она ведь призывает людей ко всему хорошему, хорошим поступкам. И те грехи, которые религия называет грехами, они и в нашей повседневной жизни являются чем-то неприглядным и плохим. Поэтому я считаю, что таким событиям надо радоваться, что больше людей, празднуя такие события, стают чище, лучше, добрее, лучше друг к другу относятся. И любой повод, который позволил бы нам любить друг друга, это хорошее событие. Поэтому для меня это тоже радостное событие.